Очередная команда призванных в ходе частичной мобилизации на территории Волгоградской области отправилась на учения. В учебном центре Министерства обороны России военнослужащим в первую очередь выдают современное снаряжение и экипировку. По прибытию к месту обучения по боевой подготовке военнослужащие в обязательном порядке проходят медосмотр, получают справку о здоровье, имеют возможность добровольно привиться от гриппа, брюшного тифа и гепатита. После получают необходимое обмундирование и снаряжение. Они обеспечиваются это всесезонным комплектом полевого обмундирования. Также выдается дополнительное обмундирование. Туда входит спальный мешок, сапоги резиновые, коврик термоизоляционный. И дальше уже по другим службам они проходят. Это средства, получают средства защиты, бронежилет, шлем, очки, противоосколочные перчатки, тактические, противогаз. А еще наколенники и налокотники, котелок, фляжку, средства индивидуальной защиты и гигиены, нательное белье. Это все основные части комплекта боевой экипировки «Ратник». Мобилизованные, которые проходили службу несколько лет назад, отмечают, комплекты стали современнее и комфортнее. Все по размерам ребята подобрали. То есть не было такого, что на, получил любой размер. Спрашивали, какой размер, форма, нога, все. Ну, в принципе, я доволен. Я еще служил по старому образцу, форма была еще старого образца. Она как бы была, не, как бы, можно сказать, может, ткань такая была, но она была такая потяжелее. Ну, в этой мне как-то уютнее больше. Отметим, что ранее в связи с похолоданием мобилизованных из Волгоградской области обеспечили также дополнительным питанием, горячим чаем, организовали для них пункты обогрева, в которых можно просушить мокрую одежду и обувь. В помещениях, где проживают призванные, поддерживают температуру не ниже 20 градусов.